Судья говорит, хаджиме, вы боретесь, идет бросок, если есть падение на бок, в азаре, если перекат по всей спине или на всю спину, и пон, и команда идет сорамате. Сорамате значит конец схватки. После этого вы встаете, один, другой, судья показывает, заправиться, вот показывает, раз. Вы заправляетесь, я смотрю на вас, и вы показываете победителя. Если у вас одно в азаре, вы боретесь, если у вас два в азаре, говорят так, в азаре, васет и пон. То есть два в азаре, чистая победа. Удержание, зечи секунды в азаре, до зечи секунды и пон. Ипон. Удержание. Болевой. Попалась рука, судья смотрит. Рука прямая, вот не прямая, а вот такая рука. Все. Ипон. Ключный замок. И там не надо ходить и нервничать. Что я ее добрался? Все. Во избежание травм я заставляю. Если судья не даст ипон, я ему всему штаны морду набью. То же самое с удушающим. Нельзя душить, сидя на коленях партнера, раз и ломать шею. И еще раз, иди сзади. Значит, если вы ногами душите, то вы должны обязательно ногами взять руку и шею. Если вы кимоно душите, видите, как движение идет? Раз, два, три. Это все в партере. Отсюда вот. Хоп, четыре. Сзади. Сзади. Захват за кимоно и руку. Пять. Разрешается? Разрешается. Если вы прижались грудью, разрешается вот так душить. Так душить? Раз, спасибо. Так душить разрешается. Я пока не разрешаю. Чисто за шею не разрешаю. Я проведу отдельное занятие, где я расскажу вам, как, какие удушающие есть, дыхательные кровяные, что бывает, если ты провел удушающий, соперник не сдался, как его привести в сознание. А то ты его задушишь, и потом побежишь ко мне и скажешь, Сергей Анатольевич, а я задушил. Я молодец. Так он там лежит. Я! У меня было так. Значит, здесь у меня борется Саша, Денис. Денис ко мне. Денис, еще раз, вот три камеры работают. Ты должен быть стойкий. Не надо мне делать спадение. Спадение был, ты будешь делать сырбу, слабоденику, Чезаров назвал, Никите. Вот ты им делаешь спадение. Ему нет. Так, Артур, Миша. Туда, вы вдвоем боретесь. Там сидите. По очереди будете судить. Потом, когда они выйдут, вы будете сидеть по очереди судить. Здесь. Левее. Да. После того, как здесь схватка окончится, не играет роли, кто победитель будет бороться. Якобут. Да. Да, судья. Как они отборолись, вторая схватка у тебя сдана. Чи. Прошу вас двоих выйти на ковер. Один судит, один там сидит. Пожалуйста, приготовились. Еще раз. Кто судья? Стоит там. Давай. Чтобы я видел, что судья стоит. Готовы? Если пон, значит судья говорит мате, второй мате, и пон.
Значит, Саша заходит, садится на колени, Денис заходит на колени и сидят здесь. Судья может уйти и сесть на этот. А я буду видеть. Приготовились. Время! Чемпионат города! Кто выиграл, тот чемпион города. Выиграет второй раз. Чемпион республики. Выиграет третий. Чемпион Европы. Выиграет четвертый. Чемпион мира. Шестой. Олимпийских игр. При захвате ноги первый раз шида, второй раз снимается соревнование. Покажи, кто. Отлично, мне. Садитесь там на колени. Судья отдыхает. Денис, Саша на колени. А что, тут есть чемпион? Хорошо. Нет, нет. Пожалуйста, Андрей ушел. Сидите, пожалуйста, да. Вы заправились и сидите. Вот у нас еще есть 1,5 минуты. Еще раз, никогда не огорчайтесь, всегда думайте, как, почему я проиграл, что надо сделать. Вазари, штатель держать, асса и коми. Уно, дое, три, патру, чинч, шас, шатки, оп, ноу, здесь темноте, вазари, вазари, вот это пол, покажи заправиться им. Заправиться. Не стесняйся, потому что не обязательно быть чемпионом мира, да, чтобы участвовать в чемпионате мира. Можно участвовать как судья, знать английский язык, пройти курсы, и будешь ездить на все чемпионаты мира, Европы. Вначале нет, конечно, сначала будут другие соревнования, но у нас вот девушка из Румынии, она уже лет 7-8, она живет, зарабатывает на жизнь. Она и тренер, она и арбитр, она и видит, и к нам приезжает. Все, покажи чемпиона. Чемпион. Поклонились, ушли. Поклонились, ушли. Поклонились, ушли. Следующие. Разрешите. Разрешаю. Почему он у тебя, Николай, выиграл? Сказать? Ну, что он судит, он знает правила. Он старается узнать правила. А ты хихикаешься здесь. Вот ты посмотри там на колени. Что-то все нормально. Внимание. Итак, кто? Чемпион города. Чемпион города. Чемпион города. Джимми! Падением надо. И пом! Красавица! И пом! Покажите, судья, кто победил. И пом! Топ, все встали. Вот молодцы. Значит так. Кому и пом? Миша, и пом, значит, он чемпион города. Поклонились. Ушли в следующую вышку. Там. Судит уже Миша. Здесь встали. Встаньте, пожалуйста. Покажи чемпион. Чемпион Андрюха. Чемпион города. Ушли. Так, на кого выходит Дан?
Ливию. Дан Ливию выходит. Опять? Не опять. Одно слово. Если ты был мешок, ты высидел все время. Здесь. Покажи чемпион. Ванюха, молодец, чемпион города. Наконец-таки Максика ты. Поклони мне, суши. Следующий здесь, пожалуйста. Пожалуйста. Итак, Каталин уже выиграет, он чемпион республики. А ты только чемпион города. Значит, Сушуля, твоя, ты молодец. Но ты не держи вот этой рукой сильно, держи локоть у него. Локоть. Эту руку старайся даже повыше взять и согнуть его. Твоя задача взять за локоть, повыше, повыше. И смотри, вниз, вниз, вниз. Смотри, прыг, раз его на колени. Эй, мужчина. Три раза, и мы его снимаем. Готовы? Время. Левую ручку закрываешь. Вот. И сзади, как дай сзади можно. И по. Поклонились. Ушли с кого. А, садитесь, садитесь, чтобы я видел. Да. Итак, Денис у нас. Кто? Пожалуйста, сядьте. Денис у нас чемпион республики. Правильно. Вот так как мы его держим. Шида не борется, первая шида. Держать, Андрюха. Поднимать стойку, стойку. Он через бедро, а ты через грудь ему, Николай. Вот! И по! Потом не видишь? Пожалуйста, покажи победителя. Наоборот. Дай заправиться. Хорошо. Дай заправиться, покажешь победителя. Я не... Давайте так, Денис, поклонились и ушли. Тренер, Саша, да. Можно здесь потом? Можно. И уйдите, и все, уйдите, садитесь. А это кто? Я же думаю, нет, 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 нет. Поставь их. Пусть заправится. Заправили? Покажи, пожалуйста, кто выиграл. А может я включать кричалку, но их тут нет. Вы оставляете их там. Как нету там? Что, здесь не десятка? Ну там не десятка ключи. Справа на двери. Не надо дергать, а то все упадет.
что это у тебя? Миша, что это? Подойди сюда, я спросил его. Рука или нос? Каша, что будет? Рука? Что ну понимаю. Артур, полей, сядь на скамеечку себе. Пойдет. Миша, болит пока Саша. Артур отдохнет. Вперед, Саша. Миша. Саша, болей, скажи вам. Вперед. Стоп, стоп, стоп. Стоп. Руши. Че ты ушел? Дай на ковер. У нее рукой с рукой. Что у него с рукой? Сейчас отойдет. Ходить надо все время. Иди, пожалуйста, наперед. И стой. Когда сможешь бороться, стой. Скажешь. Блин, ты почти вкусно. Там замок закрыт, вообще нет. Нет. Сможет бороться, будет бороться, не сможет, пусть стоит. Ну что, я вот не включаю за тебе. Я помню, что ты делал, я взял туда бросил, чтобы потом... Так, 10 секундомер, блин. Будь бороться, нет? Не можешь, становись сюда. Мишка, чемпион республики. Кто? Эй, встал сюда. Поклонились, два шага, сюда, два шага назад, поклониться, садись. 40 АТ, вы встали, что? Куда ушел? Встал на ковер. Что ты здесь, как девочка? Будь мужиком, ну и что, что проиграл? Я не проиграл. Выиграл? Нет, Golden Score. Golden Score. Здесь есть чемпион? Второй раз? Да. Чемпион республики. Поклонились, ушли. А вы дальше боретесь? Эй, Доброска. Андрюха, вы Доброска, у вас Golden Score. Здесь, пожалуйста, Саша, Денис. Плюс посмотрим. Сейчас. А кому говорит? Пожалуйста, что ты все? Не надо сидеть, стоять. Здесь тренер стоит. Что я работаю, ты работаешь, ты работаешь. Ты кто у нас? Чемпион? Чемпион города? Ты? Города. Андрюха? Ты кто? Города. Чемпион города? Денис? Чемпион республики. Сашенька, опять. Руку держи. Хочу. Стоп. Денис, куда ты кидаешь? В какую сторону ты кидаешь? Вот, ты держишь захват только левой, покажи левую руку. Вот только левой рукой держишь. Правая рука, ты можешь отсюда раз и через плечо. Но ты не имеешь правой рукой право брать захват. Хаджина, да ты. Ешь одной рукой, да? Нет. Что нет? Я упал на руки. Туда. Хорошо. Кто? Судья что будет? Что дает судья? Что я дал? Пипон? Вазарик. Дальше боретесь. Охренел Саша этот. Дал Вазарик. Правильно, Миша. Не было там упона. Это я, чтобы Сашу поддержать, а ты молодец. Вроде я не оставлял в этом. Да, добрый скат, ты судья.
встань, пожалуйста. Может, вон там вот встать, вот куда вот. Вот так вот. Души его, Саня. Сел как на коня. Вот так. Сядь, ноги запусти. Вот, души. Волевой делай. Я руку не оставляю. Пипон, покажи громко, скажи. Пипон.
Назад бросаю. Волевой делай. Покажи, кто выиграл, и пусть все уходят. Итак, выиграл Артур, стал чемпионом города. Идет атака, можно за ковром... Сейчас, подождите. Все вместе выйдем. Говорим о Телезе. То есть он атаковал, атаковал, атаковал в партере, остановил. Значит, Матер. Оценки есть или нет? Нет. Лида, встань, пожалуйста, умалка сюда. Просто когда стоишь, более внимательнее. Нет, вон там, ну матом можно встать. Вон тут, да. Опереться на мат можно спокойно. Назад бросать грудь, а через грудь. Через грудь. Матер! Матер! Осторожненько. Да. Ты касаешься ноги, при броске держишь ногу. Тебе шире, первый. Хачина. Да, можете помочь ему, кто своих нет. Или Дану, или Андрюху. А там ты можешь посадить. Головой не удар. Отлично! Что Лилию скажешь? Он может и базаре дать? И пол? Посмотрите, мальчики, спасибо. Вот так, когда поднимаете, непонятно, это лазарь или пон. Вот так, вот ты. Пон. Покажи победителя. Молодец. Андрюха у нас что? Республики. Он республики. Браво. Остаешься? Да. Прошу, Лилию. Чемпион республики с тобой борется. Но, Сашок, поймай его. У него знаешь, какая ошибка? Он делает подсечку, вот так махает. Ты ногу убери, ап, и скрути. Пожалуйста, Артур, посуди, пожалуйста. Хаджи! А потом я вас поменяю. Пожалуйста. Молодец. Души. 10 секунд души. Ай, Саша, на спину ложишься. Уходи. Не держи голову. Отпусти захват, уходи! Нет, 10 это базарь, 20 секунд. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, Сашка. Вот видишь, что значит ложиться на спину. Дайте ему заправиться и походить. Назад бросать. Один вперед, а другой назад через. Опа! И пон. Кто это? Я. Андрюха! Вот это да! Так, поклонились. Да, что ты сидишь? Почему не показываешь? Ты должен стоять был. Эй, куда пошел? Туда. Хочешь судить? Нет, еще рано. Вы ушли, отдыхаете. Вы ушли, отдыхаете. Еще 30 секунд. Вот что с вами не получилось. Вот такой пошел, а руками не ковать. Слышишь руку? Сковать надо соперника. Сорвать захват. Эй, а ну посмотрите, кто туда пошел? Денис. Денис! Не работает туалет. Денис! Там не работает туалет. А что ты хочешь тогда? Закрыть туалет. Конечно, закрыть. Но только ключи найти не могу. Зачем? А, ну ты своим закрой. Воды нет, там насрут, потом будем ходить убирать с тобой. Блин, неужели я сбавил? Вот, есть? А что же я не видел? Я выбираю тренажером на... Вот. Вонючки эти, блин. Николай Шида первая. Не борешься. 30 секунд. Он бросает. Ну! Эпо! Вот покажи, кто выиграл. Эпон!
Кайталин? Да. Чемпион республики. А ты тоже, да? Да. Мы тебя догнал. Поклонились, ушли. Вывод. Колька. Пошел на бой. А надо идти рукой. Надо рукой как дать по шее ему, чтобы он упал. Без ноги ты ставишь ногу, а руки остаются. Вот он тебя и завалил. То есть, получается, не он у тебя выиграл, а ты сам поддался. Иди сюда. Вот когда... Нет, иди сюда. Посмотри, вот когда мы делаем крючковые задние подножки, что это будет? Ножки шире. Когда ты делаешь? Смотри. Ну все, я же сказал, после этого вот этого движения сразу проигрываешь. Вот, пожалуйста. Ты должен что сделать? Выйти, вытащить руками его. Смотри. Оп, руками. Все. Видишь? Как он мне ответит? Никак. Так, извините, пожалуйста. Итак, молит. Сюда. Кого вызываешь на бой? Вот, трое сюда. Кого? Кателин. Ты кто у нас? Чемпион республики? Европа. Чемпион республики. Чемпион Европы борется с тобой. Кателин. Так. Мы две. Я собака. Выдаем? Пошли. Андрюха у нас кто? Европа. Чемпион Европы. Да. Я рисую. Вы вот где? Если узнаю, я тебе больше никогда не буду видеть. Пожалуйста. Здесь. А, кто сейчас выходит? А, выходит Миша. А кто сегодня там? И Артур. А должен был Саша. Да. Они столько что боролись, где не сделали удержание. Естественно. Все не судебные. Какой бы ты, вот смотри, Артур, какой бы ты ни был сильный, но если ты пропускаешь занятия, а ребята, оно, понимаешь, само тело не привыкает уже работать. Отсюда травмы. Внимание. Итак, Артур кто у нас? Чемпион города. А Миша? Чемпион республики. Мишка, у тебя Европа впереди. Поездка на мир. Артур. Выиграешь у него, станешь чемпионом республики, поедешь на Европу. Ты чемпион Европы? Выиграешь у него, чемпион Европы выиграет, ты представляешь? Чемпион Европы. Выйдешь завтра в школе, скажешь, я чемпион Европы выиграл. Там все, только не говори, что это Мишка чемпион Европы. И все. Ты правду сказал? Правду. Внимание! А на велосипед повесил я. Ругать нет. Нет, нормально. Ты пом? Мишенька, кто выиграл? Поклонились и ушли сели. Нет, еще раз. Миша, что ты его утешаешь? Кто ты его утешает? Он в три раза сильнее тебя. Ты понял, что не самые сильные выигрывают, а выигрывают те, кто ходит на тренировку. Голову вытащи. Вытащи голову. Да. Ну, Мэйк Уандер, я так хочу найти свою урну. Трачу урну. Держи голову. Да! Вот надо было падать. Трачу урной. Не давай я голову. Я шкалю. Голову в плечо упирайся. Я не надо говорить, только судить. Выхода нет, потому что его вытащили, там в борьбе получили. То есть, когда сам выходишь за кайдзю, шида, а когда в борьбе выходишь,
минута осталось. Какой захват там берешь? Видишь, его рука сверху. Твоя рука должна быть правая сверху. Видишь, опять отдал. Молодцы, ручку. Идите, в партере надо иметь один прием. Попали? Сделали, удержали и свободен. Вот оно. И дело удержание. Что делать? Удушающий борьбу удержание. И сейчас бы сел на удержание. Сейчас бы базари не было и помню. А болевой получится, не получится. Да. Садись на удержание. Одну ногу убери туда, левую. Одну ногу сюда и дело удержание. Садись верхом. Дело удержание. Вот. А руки не отпускай. Дело болевой. Время. Мате. 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 У меня был базар. Сейчас, подожди, заправьтесь. Там были оценки? Да, был Мазарь. Мазарь. У кого удали? Да. Какая победа по счету? 7. У тебя? Нет. Какая? 3. 3. Значит, ты чемпион Европы. И Андрюха четвертый. А мог бы Андрюха выйти, мы ее поклонились. Ушли. Итак, прошу, Артур, Миша. Нет, Саша. А, Саша Денис, извините. Кто судит? Пожалуйста, туда. Ливию. Дам. Ливию. Дам. Он пошел. Когда Андрюха? Так, здесь кто у нас остался? Макс, Николай? Да. Будешь бороться? Да. Давай. Ты у нас чемпион города. А кто? Пока никто. Ну вот у тебя есть шанс. Ну еще раз. У него чемпион Европы, да? Нет. Республики. Он большой, больше тебя. Главное, не подпускай его близко. И через спину стоит. Вот держи, как подходишь, отходишь, и только не назад, а чуть-чуть в сторону, а сюда или сюда. Раз через спину скорее. Жопа на ногу. Да. Как только его подбросит, то вот тебе близко подойдет, он просто весом не может выиграть. Значит так, Денис одной рукой держит. Готовы? Да. Пожалуйста, посуди там какая-нибудь. Потому что одна вообще. Время! Выключи у него, Саша, ту руку, которую должен держать. И давай ему брать. Стоп, стоп, там зашито. Стоп, одну секунду. Возьми теперь другой захват, бери. Стоп, вот этой рукой не берешь, а берешь другую руку. Стоп, отошли. Отошли. Еще раз. Да. Только это берешь, что не берешь. А здесь через спину скорее, через плечо надо делать. Правильно, под руку туда надо. Осторожно, скорее. Сорви эту руку у него. Сорви, которую держит. Сорвать и через. И через плечо. Нет, не до конца делаешь прием. Сорви. Япон. Кто теперь Денис у нас? Нет. Мир? Да. Молодец. Чемпион мира? Или Европа? Нет. Европа? Нет. Ты же перед этим. А, да, вырос. Чемпион мира у нас Денис. Все, садись. Правильно. Ходи, ищи. Один раз тебе надо только ходить. И больше тебе не надо. Вот и двигайся, чуть-чуть сюда, чуть-чуть сюда, чуть-чуть сюда. Он стоит, я ему сейчас шида дам. Три шида у него сняли. Вот, хороший захват. Если можешь через первую стоять, готовь. Если я
сейчас пойду за тобой, если он вижу, больше великий тренинг. Стоп, 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 руку не ставь под мышку, сверху ставь, сгибай его. Вот так, буквой Зю он должен быть. Николай Егорьев, со второй шире. Вот, дергай, покажи, что ли, если дергай, я ничего не придам. А если будешь активный, смогу дать, не будешь активный, да?
Приготовился второй номер. Внимание! Джи! Уно! Дой! Три! Патро! Кинч! Четыре! Четыре! Оп! Ноу! Поты! Так, бросок через бедро. Сколько вас? 8. При бросках партнера держите, чтобы он не просто падал. Внимание. Джей! Уно! Давай, быстрей! Трей! На двух ногах стой. Патро! Чинч! Шесте! Шесте! Оп! Ты? Встали, заправились. Не умираем. Еще через спину с колена ленится. Так, через бедро. А второй делал сзади? Нет, приготовились. Сделал сзади. Теперь бедро. А, второй бедро. Внимание. Джей! Оно! Стой! Трей! Патро! Чинч! Шоссе! Шоссе! Колени разогнуть. Денис, а тебе сколько лет? 16. Итак, приготовились через спину с колен. Владимир, посмотри, какие чуваки растут. Про Сашу я не говорю, все, ты уже для него ноль. Еще с Мишей можешь побороться, и с Артуром. Внимание, с колен. И... Джей! Уно! Оу! Забили. Саша! Уно, мать! Эй! Это мать? Да. Ноги шире, голову наклони! Дой! Ноги шире! Ноги шире, шире присядь! Три! Патро! Чинч! Еще два колена! Четыре! Четыре! Оп! Второй номер! Уно! Дой! Колен! Бей! Держись! Не надо просто так! Патро! Чинч! Шесте! Шесте! Оп! Окей? Последний мельница. Не, мельницу, наверное, не будут делать. Вы за ногу берете, а в дзюдо нельзя. Я вам покажу по-другому. Так, встали, пошли вокруг, заправились.